Всем привет, это Аклык, это прохождение сталкера, сборка обитель зла с такими модами, как народная солянка, коллекционер и в поисках шахматист. Там еще есть, конечно, моды, но об этом попозже, сейчас на меня собаки нападают. Итак, чего здесь начинается, тут совсем другое начало, как вы видите. И меня рядом с этим грузовиком. Да беги ты, беги. Надо, короче, сейчас найду... А, что-то в аномалии не попал. Все? Фу, бежал. Это хорошо. Короче, как видите, мы начинаем в совсем другом месте. Нас подбирает здесь зачет, это который в ролике нас подобрал. Это он отнес к Сидоровичу, а тут мы начинаем там, где мы оказались. То есть после грузовика смерти. Сейчас он нам выдал ПМ-ку с одним обоймом и аптечку, которую я использовал, потому что у меня только 5% здоровья было. И сейчас, как видите, у меня вообще ничего нету. Вот этот зачет. Он попросил вот туда сходить и найти водочку для того, чтобы пройти через военных. Но, к сожалению, там... Подскажите, что за фигня? Таскаю арты на поясе уже 3 месяца и все ничего, а сегодня половина камнями стали. Пипец! Выводы очевидны, вас та же херня ждет. Арты, штука не вечная. Это такие обучалки. То здесь говорится, что лучше не ходить долго с артами, они превратятся в камень и станут ненужными. Либо продать, либо там на временно. На время... А! Поезд. Попасть, ладно. Так, вот она плоть. На, у меня раньше получалось в 2 раза в бошку попадать в плоть, и она умирает. Так, иди... Иди в задницу. Так, одна плоть... Готово, вся вторая будет. Так, тихо, тихо. Надеюсь, она в замешательстве, да, она вокруг бегает. Так, к трупу я не пойду. Сразу уберу аптечку. Сохраняешь. Идем тогда к военным без оружия. Лучше уж отсюда убежать, иначе плоть нас прибьет. Вообще ничего нету. Да, и сборка-то довольно хардкорная, но не так хардкорная, но все равно. Как видим, начинаем ни с чем, и потом мы тоже ни с чем будем. И это надо довольно еще долгое время ни с чем будем. Ладно, вот они военные. Да? Там военные-то остались? Так, один идет. А, вот, вижу военных. Ладно, подходим к ним, к этому челу. Не отвали отсюда по-хорошему. Да, вот. Так. Вот тебе водочка. Он думает... Ну, он говорит, типа, мы никого не видели. И нас пропускает, короче, через этот блокпост. Потом надо поговорить на обратном пути, когда будем уходить из кордона, поговорить с этим лейтенантом. Он нам даст задание. И за выполнение этого задания он даст, по-моему, нам кейс на 3 артефакта. Вот бы так. Ан, бежим к дерневичков. Надеюсь, по пути не будет это что? Че за черная полоса? Здесь что-то интересное было. И либо это глюк текстур. Ну ладно. А, тушканчики. Тихо, тихо. Лучше сразу убежать, у меня вообще ничего нету. Все, они отстали? Да, они отстали. Лучше уж побежать к дерневичков, иначе нас загрызут. То мне вообще пусто, как бомж пришел сюда. Нам ничего не выдали. Да и не выдали очень долгое время. Потому что тут слишком светло. Уж слишком светло. Обычно такого не бывает. Ну ладно. Вот она, деревня новичков. Она немного подлагивает. Да-да-да. Это с оригинальной версии, это не черновые. Так. Это скажет нам... Типа, ну мы не будем с тобой еще разговаривать, потому что ты с этим грузовика смерти, мы еще тебя боимся, если ты походишь там, типа, помогаешь нам, то все будет так и я так. Так, вот он доктор. Сейчас сказал нам доктору, тут у нас какие журнальчики, ну это отдельная история. Ну, как всегда. Это всегда так и бывает. Приходят изломы, как я понимаю, да? Да, вот.
крадут у нас хлеб и убегают. Ну хоть одного завалили, это хорошо. Второй убежал. О, все. Колись. А он дал нам волшебную водичку. Да, я совсем забыл, что при фрапсе при и на загрузках обитель зла почему-то взлетает. Я не знаю почему, чем это связано, ну ладно. Так, Ляш тут немного штырило, пошире с миллиганом и экзоскелетом, также нам показана карта, куда нам нужно идти. Но я всегда говорю на шахтера. Причем, как видите, надо идти определенным маршрутом, иначе не дойдешь. Ладно, пошли, сейчас нам ждут хорошие приключения. Так, надо вспомнить. Левую сторону идти, потом идти через большую пещеру. И здесь будет такая хорошая вакханалия. Тут нет, не тут. Чуть дальше вон там будет очень хороший бой, такой крепкий бой. Ну что ж, начинаем. Снорки. Первые идут снорки. Псевдогиганты как-то... А! Вас слишком много! Вас слишком много, чтобы вас... Чё-то меня немного раздробежило. В прошлый раз же не так вы наступали. Чё-то у вас слишком много, посмотрите на эту толпу. Чё-то вы слишком зажрались. Мужики, сейчас с вами. Кстати, вот что-то снорки здесь непонятные какие-то. Квадратные, черные. Так, псевдопсы. Так. Скелет. Тут еще это, еще один псевдогигант должен быть. Так, вот он, настоящий псевдопёс. Отлично убили. И полтергейст. Вот он, полтергейст. Сдох. Он тут еще должен огненный полтергейст будет. И еще один псевдогигант. Что-то они в этот раз слишком как-то быстро напали. Ну как быстро напали? Слишком много. Их было слишком много. Обычно там по очереди нападают. Сначала снорки, потом кровосос. Потом полтергейст с псевдособакой. И потом псевдогиганта. Причем их два. Вы же зажрались, господа. Нехорошо, нехорошо. Либо меня так быстро штырило, либо вы слишком зажрались. Так, а второй псевдогигант. А, вот он. Ну, здорово, чувак. С куриными ножками. Какой-то петушок был явно. До ЧС. Так. Нам... Да, нам нужно сейчас вот так идти. Вот сюда. А, вот он, огненный полтергейст. Подыхай, подыхай! Зараза. Да ты убежал. Большая пещера. Ну, да, все, сдох. Потом нам нужно идти в ту дыру. Потому что пещера слишком, не знаю, вот когтями ее разрезали, как видно, по всему этому потолку, по полу, что у нас все разрезано. Так, тут вроде вообще не будет больше никаких монстров. Я тут особо не ходил, только к шахтеру хожу и все. Даже не ходил. Хотя можно, конечно, ходить. Но тут надо определенный маршрут. Поэтому не хочется как бы тратиться на это. Холодец. Так, вот там доктор, точнее шахтер. Нам нужен болт тут, как всегда. Те же самые аномалии. Тихо, тихо! Ладно, ладно, пройдем, пройдем! А, не прошли. Окей. Ладно, дубль второй. С самого начала пещеры идем. Как обычно, по тому же маршруту. И через те же монстров. Надеюсь, в этот раз они не падут так сильно. Так хило, как... Не знаю. Всей группой. То было очень опасно так. Снорки. Здравствуй, снорк. Так, вторые снорки, третий, четвертый, пятый, шестой. Так, снорков, по-моему, я надо всех убил. А может быть, парочка остались. О, я слышу псевдогиганта. Ну давай, давай. Иди сюда, петушок с большим ногами. Так, полтергейст. Сдох. Кровососик. Сдох. Ну, ну, давай, давай. Иди по, и по одному лучше, а не как в прошлый раз. Почему снорки вот такие? Так, так, тихо, тихо, тихо. Ну же.
Скелет. Воу-воу-воу-воу, полегче. Полегче, петушок. Ты же сегодня большой петух с большими ногами. Так, второй. Так, тихо, тихо. Полегче. Ничего себе, у него заглючило. Там должен быть второй. Это гигант. Я ж подумал, он сзади. Так, тихо, тихо. Что-то я его не слышу и не вижу, ладно. Идем в большую пещеру. Это должен быть огненный полтергейст, но он сюда запрятался. Нет, его тут нету. Тихо, тихо. Я слышу этого. Все это гиганта. Но... Там кто-то есть? А вот кто у нас тут. Я забыл об этом даже. А, вот он. Ну, здравствуй. Ну что, дойдешь до меня или как? Оп. Ха-ха. Я успел отпрыгнуть там. Там огненный полтергейст. И ты сдохни. Ладно, он убежал, ну его. Странно, всегда пес, вообще я забыл о нем. И он даже обо мне тоже, походу, забыл, ладно. Идем к шахтеру. Кстати, если мы пройдем через вот эту шель, назад мы уже не вернемся, она закроется. Кто же так пещеру разреб? Кто так когтями их? Даже не знаю, по-моему, ни одной пещеры такого нет, чтобы вот так все было. Ну ладно. Мы тут сохраняемся. Чтоб не было как в прошлый раз. Так, я бинокль достал, надо достать болт. Доставай болт. Вот он болт. Ну, что ж ты такой? Так, тихо, тихо. Тихо! Не иди. Сейчас. Она должна исчезнет. Ну давай, стезай. Все, стезаем, стезаем, быстрее! Фу, у меня немного здоровья осталось. Вот он шахтер. Да, он рассказывает. Кто вы? Я тут шахтер, со времен АЦС. Потому что он не выходит на улицу, потому что боится, что он ослепнет. Также он тут добывал уголь, потом пришли свободовцы, помогли ему, он стал свободовцем. Меченый сказал, типа, я должен отдать тебе кусок монолита, а дает вообще все, кроме аптечек. Сумки. А этот и этот. Карты. Шахтер дает нам волшебную водичку обратно. Я как всегда забыл, что игра вылетает при загрузках. Ладно, мы тут очутились на чердаке каком-то. Прыгаем и идем тогда к Сидоручу. Так, где тут выход? Да что ж такое? Да-да, это тоже обучалка, типа говорит, если будет перевес, то рюкзак лопнет просто. Но дело в том, что она лопается по скрипту только в отдельных местах. Зато у нас тут какая-то аномалия. И как я войду? Туманчик какой-то, ладно. Нормально. Нормально тут Сидрич сожил. Ну ладно. Ну, кто там ломится? Если не прошел осмотр у доктора, который в лагере, ни хрен тебе тут и делать. Может, ты больной? Если с доктором поговорил, лекарство выпил, тогда заходи, поболтаем. Да-да-да, болтаем. Так, что интересует? Есть дело меченое. Ну это да, это оригинальный квест с отдельностью с теми Чернобыля. Еще он дает мне артефакт ночной звезда. Возле заброшенных. Да, надо туда отправить потом. Так, еще надо поговорить с тобой насчет коллекционера. Или шахматиста, или не помню. Он коллекционер. Да, вот коллекционере. Ты типа тоже говорит, что... Кстати, я поторговать с тобой. Надо купить руки за 2 рубля. И поднять руки изломы за 516. Так, ну это слишком дорого, да, 5000 стоит. Но я покупать не буду. Блин, а для ПМ-ка? Да уж, дорого стоит. Нам достаточно денег, отлично.
карту я не буду. Ну давай. Зажрался супер. Ну ладно. Оп. Неплохо. Хорошо. Да уж, у меня получается не было рук, как я понимаю. И Сидор мне продал две руки, не знаю с какого трупа он сдал их. Так, в рекомендации написано, надо баллончик сюда поставить, иначе дверь закроется и ее можно, в принципе, можно, как бы нельзя будет открыть. Или она заедать будет. Ладно, сохранимся. Я чисто не знаю, где этот тайничок коллекционера тут находится. Я обыскал вообще всю деревню. Ну, так и не нашел. Чисто не знаю, где этот тайничок находится. Там вроде говорят, этот, как его, Аком модернизированный должен быть. Ну, а дай-ка мы зайдем тогда в определенные тайнички, где я знаю, что там есть и что надо брать. Короче, надо разбить эту коробку. Это будет завтрак туриста. Или за радость туриста, я уже не помню. Так, первый подвал очищен. Я не знаю, у этого дома вроде бы нет подвала, и здесь тайничков тоже нету. Надо просто поподробнее поискать, тут нету. Нет, тут ничего нету. Так, отойди. Вроде бы к какому-то дому и тут понял, да? Да, тут подвалчик, там должен быть артефакт, это, но это еще с оригинальной тенечем, да, бля? Ну-ка, разбивай. Артефакт, да, он отбрашивает нас, ну ладно. Вроде бы все, вроде бы тут больше подвальчиков нет, надо посмотреть еще. Ну тут подвала нету. Подожди. А где-нибудь тут нету вход подвала, что бывает? Мало ли, я пропускаю. Ладно, тут вроде бы доме тоже нету. А, подожди, тут есть ящички, я уже не помню, что там есть. Да, и зайдем, посмотрим. Я все-таки думаю, что тайник коллекционера находится где-то наверху, на крыше. Так что, это ничего, а тут... Так, тут ничего. Тут тоже ничего, а в ящичке? Да, он уже разбит. Еще ничего нету. Так, а в печках? Может быть, в печках должен быть этот тайничок находится? Так, ну тут нет, да, тут тайничка нету. Вроде тоже. Можно, конечно, залезть там, где Аргентин Чернобыля был костюмчик. Такой, как бы пасхалка. О, разлегся. Ну, у меня руки уже нет, ну ладно. Вроде бы тоже ничего нет. Так, тихо. Да что ж такое? Тихо. Отлично. Надо, по-моему, припрыгнуть на тот дом. Разбегаемся, прыгаем. Так, тут должен быть где-то ящичек. Я уже не помню, по-моему, он тут был. Никакого ящичка нету. Либо он вот тут был. А, ну вот он. Так, тихо, давай. Блин, ну у меня только 3 патрона в ПМ, я не буду их тратить. Все, что такое, придется тратить. Тут, конечно, только водочка, как видите. И никакого костюма нет, никакого спрятанного от коллекционером. А Эком нету, Акама. Там я тоже искал, там тоже искал. Я видел, на всех крышах побивал и так не нашел. Я не знаю точно, где этот находится, этот тайничок. К сожалению, так и не нашел. Может быть, в первом доме, может быть, нет, я не знаю. Если кто-нибудь знает, и кто-нибудь проходил этот коллекционера, то скажите, где этот тайничок находится, я просто не знаю. Ну, вроде бы написано, что должен быть где-то на картоне, точнее, в деревневичках находиться. Ну, я так и не нашел. Где он может быть? А, вот тут аптечка, отлично. Так, матрасик. Фига.
Викрыные. Так, тут нету. Вот, водочка. Еще одна водочка. Так, на крыше я уже был. Вон, тут никак залезть нельзя. Может быть, там пенечек, может быть. Должен быть. Может быть, нет. Может, там. Там, кстати, залочена дверь. Ну, вроде бы, тоже ничего нету. Надо все доски поломать. Окей, ну... Все. Да что ж такое-то? Не можешь перепрыгнуть, что ли? Ладно, тут... Ну, тут вроде тоже нету. Каких-то ничков. Ничего нету. Там нету. Тут вроде... Тоже нету. Печки. Печки тоже нету. Матрасом тоже. Тут вроде бы нет тайничков. Тут тоже пустой шкаф. Ничего нету. Как бы я не знаю, где тайник. Ну ладно. Что нам сказали? Нам нужно, короче, на АТП съездить. Ну, у меня вообще патронов нет. Я даже не знаю, где их достать. О! Уже знаю, где их достать. Я их достал. Ладно, надо продать Сидору этот артефакт. Что у нас вообще денег нету, надо накопить на костюм первый. Так, Сидор, я принес тебе артефакт. Как его называют? Кровь камня. А хотя... Он довольно хороший, если здоровье плюс 100. Блин. Но у меня вроде бы нет пояса. А нет, у меня есть пояс. Странно, у меня здесь параметры 0000, минус, не, минус 3 и плюс 3. Какие здесь написано здоровье? Плюс 100, радиация минус 3. Удар разрыв будет наоборот. Подожди, радиация же, да, будет. Там, если, хотя здесь она зеленым отмечена, так что надо наоборот, радиация не должно быть. Брат, она выводится. Или нет? А, короче, сохраняемся. И едем тогда на этот АТП. Вроде бы АТП это вот это. Вот эта деревня. Ну как деревня? Ладно, давайте-ка мы садимся на этот. Заводим. Главное, чтобы без приключений. И я надеюсь, если это аномалия, то можно проехать? Да, можно. Главное, чтобы без приключений. На 100% раз я ездил и доездился, короче. У меня тачка взорвалась, а сам я вылетел через этот, через верх, и хорошо так неплохо прилетелся. Так, надеюсь, там не будет никаких. Ну, аномалии, ладно, а вот монстров. Я их еле-еле убью с таким пистолетом, с такими навыками, как у меня. А тут... Это фигнеры будут. Тушканчики, которые раздавить надо никак нельзя. Я уже пытался. Ну, вроде бы АТП это вот это. Тут главное не вылезать из машины. Это мало там, может быть, кровосос будет или еще кто. Мне кажется, что вон там. Это как должен быть. Никого нету. Так, на изготовку. Что нас порвут в клочья просто. Так, так, так. Не будь он тут. Я помню, что-то такое было, наши артефакты. Он вроде бы где-то тут был. Может быть, не тут был. А может быть, тут должен быть тайник коллекционера быть? Так, давай бей. Просто не дотягивай до этой ящичка. Это вообще. И из пистолета я бить его не буду. Так, это фиги. Ну тут вроде бы ничего нету. Хотя. Мало ли. А, во. Интересно, что же это такое? Пустота. Я аж подумал, что это тайник коллекционера, но нет, тут ничего нету. А вылезти-то я смогу отсюда? Эй! Помню, я за зря только сюда залез.
Теперь я не вылезу. Давай, вылезай. Или руки мешают. Ну ладно, давай без рук. Давай, давай, давай. Все, вылез, отлично. Я боюсь туда заходить чисто. Это что так? Это что, артефакт там прыгает, что ли? Это что-то он обнаглел совсем. В открытую так. Или это ловушка? Так, так, так. Кто у нас тут такой? Блин, меня загоняет. Тихо. Да, вот он. Ночная звезда. Да, я боюсь что оставаться, что малый по скрипту какой-нибудь кроссос вылезет. И убьет меня, ладно. Использовать. Да, все. Артефакты я положил. Возвращаемся тогда к Сидору. Я думаю, тут надо, скорее всего, еще этот тайник коллекционера должен быть. Потому что такое неприметное место, тут вообще никого нету. Даже монстров нету. Что очень странно. И этих аномалий. Так, по-тихому возвращаемся тогда. И в следующей серии я... Не знаю, надо еще раз, может быть, сюда приеду. Ходить я тут не буду. А то это может занять очень много времени. А времени сейчас довольно мало. Ладно, возвращаемся тогда. Сидру. К деревничков. Главное, чтобы воины не появились. А что бывает, что они проходят мимо деревьев, новички начинают на них стрелять, а потом прилетят вертолет и всех убивают. И в деревне вообще никого не останется. Нет! Я в прошлый раз это уже испытал. Такой способ пребывания в деревне новичков, и ничем хорошим этого не закончилось. Как я говорил, я вылетел просто куда-то в облака после этого. Так, Фидер. Вот я за аномалией вообще, кто тут, может, ты тут не курил? Что это вообще такое за облако? Ладно, я принес твой артефакт. Ну, я же принес артефакт. Ты чё? Ты вообще о чем? Или продать надо? Братан, ты не врубаешься? Или... Мне нужен реальный товар. Или вот так надо. Вытащить отсюда, потом тебе передать. Вот, да, я принес. Так, через 14 дозиметр. О, консерв для восьмерток? Али, артефактов. Ну спасибо, спасибо. Ладно, что он мне дал? 1400? У меня еще есть артефакт, есть дозиметр, если что. Так, есть еда небольшая. Так, так, так. О, игра сохранена. Вот я что-нибудь есть, что-нибудь такого. Флешка. Музыкальная флеш-карта данс-клуба. Это уже интересно. Уже довольно интересно. 3600, ну их. Так, эту крутку я так не смогу и купить. MP3 плеер тоже. Сначала MP3 плеер надо купить, потом эту флешку. Надо бинты стоит купить. Вот так, бы всегда. Так. Ну вроде да, на на первую серию вроде бы. Довольно хорошо снял, довольно достаточно. Так, кто знает, где этот тайничок коллекционера, говорите, иначе в дальнейшем будет очень плохо, тем более нападать на бандитов у меня только с этим ПМкой. И я без костюма, то есть я не смогу просто выдержать это, я просто умру. Я уже пытался. Ладно, это была Quick, подписывайтесь на канал, всем пока.